Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников и описание этих картин по книге «Великий музей мира». Луиза Муайо, продавщица овощей и фруктов. 1631 год, хост масла 120 на 165. Луиза Муайон – самый известный мастер французского натюрморта 17 столетия, выполняла произведения для высшей аристократии Франции и английского короля Карла I. Изумительная техника живописи художницы послужила причиной того, что в течение последующих столетий ее произведения путали с полотнами голландских, фламандских и даже немецких мастеров. Однако натюрморты Муайон не так сложны, как работы голландских живописцев, и более спокойны. Ее композиции с тщательно выписанными фруктами и овощами, лежащими на столе в плетеных корзинах или фарфоровых вазах, обычно исполнены с высокой точки зрения. Луиза Муайон часто включала в свои произведения изображения людей. Картина «Продавщица овощей и фруктов» совмещает натюрморт и жанровую сцену. Фигуры хозяйки фруктовой лавки и ее гости немного скованы. Художница с большой любовью написала дары земли, предлагаемые в продаже, чем их владелицу и покупательницу. Такое описание к работе «Продавщица овощей и фруктов», автор Луиза Муайон, 1631 год, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.